Ребятки, всем привет, с вами Александр, монстр премьер, и нам Гудини представляют, ну, не знаю, чего, Ванос, в общем-то, в костюме Гудини. Я пробовал уже сражаться вот таким вот набором, у меня получилось его победить, но я перед последним ударом я вышел. Статуя Удини, Удини, почему там было написано Гудини, а он просто Удини, буква H не читается, что ли? Давайте теперь посмотрим, получится ли это еще раз. Честно говоря, очень сомневаюсь. Но в прошлый раз у меня получилось. Кровотечение будет забирать по 100 тысяч жизней. Барбатосом я его тоже несколько раз атаковал, потому что сила атаки... сила атаки... Сила атаки самого Удини слабая. То есть он никого не убил, то есть там повредил немножко. Но все было хорошо. А если еще у Барбатоса появится... Появится супер удар какой-то. Минус 89, минус 100. То есть 200 тысяч мы ему сняли, но у него 1 100 000 было. А, он мне сильно повредил Фенрира. Он его, у него удар с контузией есть какой-то. О-о-о-о. Так, это хорошо. Так, надеюсь, он Барбатоса мне не вынесет. Вот, вот так, вот. Вот как он его выключил. А, ну мы его сейчас восстановим. Очень удачно. У нас появилась... дамочка. Мы будем вот так работать. Сейчас запустятся врата. Так, врата, врата, врата. С бонусом у меня Барбатос идет сейчас. Ну, это так, как комариные укусы для него, конечно же. Но, тем не менее... Да, с бонусом. Сейчас мы вызовем врата и подхиляемся заодно. Очень удачно. Мне тогда, я тогда без врат его победил. Ну, а так мы полностью новенькие. Так, вот такого я не видел. Но он промазал по двоим из трех. Бедный Фенрир все отгребает, не знаю. Он считается самым сильным, что ли, не знаю. Часто, но вот на Фенрира атаки идут чаще, чем на других. Ну, на следующий ход пожиратель выносливости. Ну, давай снимем 67. Опять. Ну, смотрите, он только-только атакует Фенрира. Да, на Фенриру как бы не надо его атаковать. То есть по барабану, насколько сильно он проатакует. Главный эффект. Наложение эффекта главное. Да. Ну все, ему, то есть он окочурится. Один ход он пропустит, потеряет 100 тысяч. И потом еще потеряет 100 тысяч. То есть тут осталось как бы чисто символически его дожать. С первой попытки, ребятки. Вот, ну. Давайте так его немножко рубанем. Минус 20. Так, этот же удар не забирает жизни дополнительно. Ну все, 58 тысяч осталось. Ну он сейчас может, конечно, вынесет Барбатос, если захочет. Не захотел.
Ну, все, давай. Все по разу откусим от него и все. И попрощаемся с ним. Ха! Сейчас мы его завалим. Даже 25 тысяч. Да. Вдвоем испарились, но это ни на что не влияет. Здесь нету звездочек, здесь есть просто победа. Давайте попробуем, ребятки, его еще завалить этим же. Ах, нельзя два раза пролететь. Блин, я хотел еще, знаете, с помощью вольтика это сделать. Ну, как-нибудь в другой раз.